IRONMAN Kazakhstan. 2,000 athletes from 54 countries, with the number one country represented being Kazakhstan. Hey! Тяжелое, как обычно. Это не просто айронмен, это не просто. Всегда больно. Самое страшное, когда ты спотыкаешься и говоришь, я больше не могу. А потом собираешься и бежишь, и когда ты добегаешь после всего этого, это на самом деле победа над самим собой. It was my first time in Kazakhstan and the course was amazing because it was really empty. I really like the volunteers, by the way. Thank you very much a lot. Гонка классная оказалась. Трасса вообще идеальная, понравилось очень все. От водного этапа, также беговой этап вообще крутой с велосипедом. Check.